Пане Владиславе, а розкажіть, будь ласка, оце от, знаєте, є два стовпи в Росії. Перше – це перемога в Другій світовій війні, це одна нога, а друга нога – це космос наш. Але наскільки я розумію, що нога космос наш, вона вже більше, ну, нагадує культю відрізану. Все з космосом кінець? Да, я думаю, да. Потому что, ну, на самом деле, смотрите, это было понятно и до последнего события, потому что Россия однозначно не может сама продолжать какие-то серьезные программы. Она может... много лет говорилось о том, что Россия хочет выйти из программы МКС и построить собственную станцию, которую сейчас, например, строят китайцы. Но китайцы Россию не берут в партнеры. А собственная станция для России, конечно, сейчас невозможный вариант. Неподъемные затраты и невозможно технологически. Мы видели, что одна компания Маск уже давно обходит Российскую Федерацию по запускам. И с другой стороны, опять, понимаете, главный вопрос в российской космической программе в том, что нет никакого технологического прогресса. Ведь по большому счету, что сделал Маск и что сделал, допустим, делает те же самые компании технологически западные, они пытаются перевести космос на сугубо коммерческие рельсы, да, то есть многоразовые запуски, резкое удешевление, снижение цены запусков, плюс спутники связи в огромном количестве, которые могут обеспечить всю земную поверхность интернетом высокоскоростным и так далее. Россия по-прежнему, по большому счету, делает то, что она делала многие десятки лет раньше, запускает старые ракеты и выводит обычные спутники, в том числе военного назначения, на орбиту. Даже система ГЛОНАСС, она, конечно, сейчас работает, в общем-то, далеко не в полную мощь, просто потому что несколько спутников уже прекратили трансляцию сигналов, несколько работают за пределами гарантийного срока. Поэтому еще раз говорю, да, космос наш, он, да, он закончился. То есть я думаю, что он будет продолжаться в том плане, что запуски будут продолжаться, но какого-то прорыва, какой-то конкуренции ждать точно не следует. Владислава, як буде поводити себе Китай, як ви думаєте? Тому що перспективна ніша, здавалось би, так, захопити і закрити ті компанії, які вийшли зараз з Росії, і фактично запустити свою продукцію. З іншого боку, не хочеться сваритися з європейськими партнерами, і зі Сполученими Штатами, і з Україною, зокрема, тому що в нас також величезний товарообіг. Як думаєте, яку позицію прийме Китай зараз, займе? Слушайте, я думаю, что Китай принял позицию очень простую. Он будет увеличивать закупки российских энергоносителей, он будет увеличивать продажу в России такого типичного ширпотреба и продукции достаточно низких переделов. Ну, то есть, условно говоря, того, что потребляется в первую очередь население. Но я думаю, что Китай будет очень осторожен с точки зрения захода на рынок высоких технологий. Почему? Потому что ведь Китай не просто, он не хочет ссориться с Соединенными Штатами или Европой по каким-то политическим причинам. Дело в том, что если мы посмотрим на китайскую продукцию, допустим, на смартфоны, на планшеты, на компьютеры, то в них содержится приблизительно 15% китайских микрочипов, да, китайской начинки. Большинство, большая часть процессоров поставляется из Тайваня, Южной Кореи, Японии, Соединенных Штатов. То есть в данном случае Китай просто не может так технически продать в Россию те товары, в основе которых лежат находящиеся под санкциями компоненты. Поэтому я думаю, что какой-то попытки заменить Китаем китайскими поставками европейские, американские, попытки провалиться. Они, собственно, провалились уже и в 2014 году, когда никакого такого замещения, тем более инвестиций и кредитов, так и не случилось. Але, до речі, є ж китайські для Сполучених Штатів, для себе і для таких країн. То, можливо, знаєте, те, що не дуже дороговартісне, те, про що ви сказали. Пан Владислав, кажуть, такий китайський ширпотреб. Завжди ж навіть у радянський час, а ви мене виправте, бо мені розказували, ви певно ще пам'ятаєте, були такі парасольки, три слони чи щось там таке, та? І вони вважалися, китайські ці парасольки, найпарасолішими в світі. Вони найкращі, які там слугували по 500 тисяч років. І така сама історія з термосом. Парасолька і термоси. Оце я пам'ятаю, наша сімейна легенда, що найкращі китайські парасольки і термоси. Що з ними сталося потім, що їхні термоси і парасольки зламалися? Ні, на самом деле, смотрите, это нічого з цим не стало. Наоборот, это общемировая тенденция, когда на сьогоднішній день гораздо проще произвести дешевый и не слишком долговечный товар, чем чинить и ремонтировать долговечные. И это везде происходит. Да, мы видим это, начиная от автомобилей западных и кончая любой китайский ширпотреб. Это нормальный тренд, он будет продолжаться. Сейчас
товары устаревают морально гораздо быстрее, чем они просто ломаются и выходят из строя. Поэтому то, что качество снижается, не надо обращать на это внимание. Но в любом случае, понимаете, китайцы будут использовать все возможности работы с российским рынком, но только до тех пор, пока они не вступят в противоречие с реальной интеграцией економіку через великі ринки, через Америку і Європу. От, знаєш, для них важливі. Ти згадала про такі речі, здавалось би, елементарні, так? Там парасолька. От ми також пам'ятаємо, згадували про папір, який вже не білий, а жовтий. Так, а що з папером, до речі, точно? От, там, здається, сам папір є, але цієї фарби, яка забарвлює його в білий, немає. І такі, ну, для нас абсолютно прості речі, так? Там мило, звичайне, косметичні засоби. Скажи, мило, яке зараз в них... Дегтярны. И це теж. Да, на самом деле там с этой бумагой немножко другая история. Дело в том, что если бы это была просто бумага более желтого цвета, чем раньше, это не было проблемы. Проблема не в краске, на самом деле. Она заключается в том, что финская и прочая импортная бумага, которая изготавливалась даже на российских предприятиях, но с учетом западных технологий, она имела не только цвет, она имела и соответствующее количество ворсистости. Фактуру, просто потому что на этой такой экологичной, как сейчас пишут в России, бумаге, ну, так сказать, на 3-4 тысячах листах любой принтер просто заканчивается. Потому что она не подходит по стандартам к той оргтехнике, которая, в принципе, используется в последние годы по всему миру. На годиннику третя. Триває прямий ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Україна 24 взяла слово. На годинниках 6 ранку. 9 ранку. І артилерія, і міни щойно чули. З Дніпра. Рівно 15. Цей російський танк українські військові взяли як трофей. 18 в Україні. Зі Львова Олександр Стасишин. Новини сьогодні. Україна 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одеси Діана Федотова. Україна 24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги!